Привет, народ! Сегодня видео я хочу показать упражнение, которое укрепляет мышцы ягодиц. Ну и, естественно, укрепляет сам сустав. И от этого боли становится меньше, ну или проходит совсем, если там легкие стадии коксартроза. Вот упражнение я это делаю 15 повторений, 4 подхода. Ну, можно больше. А можно с утяжелением, можно без. Для утяжеления я вот использую вот такую, короче, гантельку. 8 кг. Вот. Это упражнение подходит как для как до, так и после операции. Вот я его делал и до, я его делаю сейчас. Начал его делать примерно после операции на второй месяц где-то, если мне память не... Что, погнали? Так, ну для этого нам нужно лечь на пол и согнуть колени. Сейчас покажу. Так вот, руки протягиваем вдоль туловища, ну и поднимаем таз. Ну и прямо можно прочувствовать, что мышцы находятся в этом напряжении. Так, еще я делаю, сейчас уже делаю с утяжелением. Так вот, короче, ложу и поднимаю. Ну, как-то так. Так-то выглядит сверху. Главное, чтобы ноги стояли, короче, ровно по высоте. Ну, чтобы это, равномерно была нагрузка. Вот как-то так.